харчування на карантині не говорять лише ледачі. Зараз багато хто варить, пече, щось готує, смачні рецепти, діляться ними в мережах і між собою, звичайно. Ми сьогодні будемо говорити про правильне харчування, про те, як повинно бути і як налагодити його так, щоб було добре, щоб ми довгий час почували себе здоровими. Аліна Стрельцова, лікарка-дієтологиня сьогодні в нашій студії. Аліночка, я дуже рада бачити вас. Завжди чудово виглядаєте і хочеться, дивившись на вас, одразу записати собі, чим ви харчуєтесь, як ви живете. Дуже добре, що є такий приклад, і ми можемо бачити вас. А ще краще, якщо ви нам розкажете, як нам правильно харчуватись і що робити, аби з карантину вийти, як там кажуть, через двері, так? Змогти, так? Здравствуйте. Действительно, сейчас тема питания еще более актуальная, чем была до карантина. Почему? Потому что на самом деле правильное питание это несложно. Оно просто требует определенного желания, мотивации и времени. Вот со временем сейчас у всех очень прям таки хорошо. И карантин, он расставил вообще приоритеты, да, по нашим потребностям в жизни, по всем сферам жизни, в том числе по правильному питанию. Поэтому мое мнение, что на карантине соблюдать принципы правильного питания гораздо проще. У нас нету отвлекающих моментов, да, таких как рабочий какой-то цейтнот, что-то то, что мешало нам регулярно пить воду, отслеживать свой режим. Сейчас этого нет. Все принадлежит время нам и выполнению школьных заданий. Как бы, и в этом аспекте, мне кажется, что напомнить, какие принципы правильного питания мне бы хотелось сейчас. Так, будь ласка, можем мы с этого и начинать. Да, ну, во-первых, я всегда за гармоничное отношение свое к еде и к телу в целом. То есть не люблю никогда никаких перегибов в любую сторону. То ли это больше белков, то ли это меньше углеводов. Я люблю баланс. То есть это доказано медицинской наукой, что ни одна диета не работает. Работает только система правильного питания, когда у тебя рацион сбалансирован, он насыщен достаточно витаминами, микроэлементами, макроэлементами. Если ты при этом соблюдаешь режим, дробность, нормально спишь, не нервничаешь и двигаешься хотя бы минимально, то вот как бы это основа хорошого. То все буде добре. Але ж є люди, які не можуть нічого зробити з своїм організмом. Дуже часто вони можуть поправитись, вони можуть набрати зайві кілограми. Зайвих кілограмів може бути багато і так само вони їх можуть втратити через деякий час. І якраз до карантину, коли ще працювали зали, фітнес-комплекси, то люди багато працювали над собою і викладали фотографії, все це було дуже добре, але через деякий час помічали, що вага, вона все одно повертається. В чому проблема? Чому так важко тримати ту вагу, яка вам необхідна? Но опять же, причина этого кроется в непонимании самого этиологического момента ожирения. Да? То есть ожирение – это чрезмерное потребление каких-то, неважно каких, нутриентов. Это могут быть чрезмерное употребление и белков, и жиров, и углеводов. Не только, как большинство мнений считает, что жира больше и углеводов больше, и у тебя ожирение. Белки тоже дают в большом количестве, тоже могут давать ожирение. То есть любой избыток энергии и минимальное ее высвобождение дает накопление жировой ткани. То есть слово ожирение от слова «жир». То есть жировая клетка накапливает жир в депо, если ей жир не нужен для каких-то своих целей. Поэтому баланс между поступающей энергией и исходящей энергией, вот и есть эффект того, будешь ты набирать вес или нет. Плюс на этот фактор, конечно же, влияет наследственная характеристика. То есть если наследственность отягощена по поводу ожирения избыточно, если есть предрасположенность, то, конечно, надо быть особенно внимательным к себе и следить за своїм питанням ще більш тщательно. Тобто може бути і з вами таке, так? А якщо, наприклад, ви вже не молода людина, кажуть, що з віком треба додавати собі там декілька кілограмів, і це нормально. Чи так само дієтологи говорять, чи можна тримати, наприклад, вагу 50 кілограмів усе своє життя, там, чи 70, от так стільки, скільки у вас було, коли ви тільки сформувалися? Считается, что вес нормальный, да, то есть он, как бы, есть определенные параметры, диапазон, так называемая минимальная цифра веса и максимальная цифра веса. Она рассчитывается для человека до 25 лет и считается, каждое десятилетие должна прибавляться не больше, чем на 1–2%. Угу. Поэтому то, что, как бы, большинство людей считают, ну, ты подумай, сколько тебе лет, тебе 50 лет, ты можешь весить 100 килограмм, то это неправильно, конечно. Желательно и стабильность сохранения цифры веса – это показатель здоровья человека. То есть если ты удерживаешь нормальную цифру веса в диапазоне, то есть я не говорю, что она должна быть определенная какая-то цифра, да, но она в диапазоне. Что такое диапазон? От минимального до максимального значения по твоим весоростовым показателям, по возрасту. Ну от кажуть, так, є там цифри, за рахунок яких можна дізнатися. Ну, от, наприклад, у вас вага, так, да. Ви дивитесь, яка вага, дивитесь, який ваш зріст, так, і ви потім можете дізнатися, скільки да, вам... Да. А якщо можна, то ще раз нагадайте, будь ласка, за якою формулою рахувати? Ну, формул действительно очень множество. Самая простая формула – это когда от роста отнимают 100 сантиметров и получают свой нормальный вес, или же 110 сантиметров, как бы, минимальный вес. То есть это самая простая формула. Формулы, которые сложные для понимания простого для большинства населения, они требуют высчитывать специалиста, и они более точные. Я высчитываю диапазон благодаря своей программе. Она задаешь все параметры пациента, и она выдает тебе, я больше ей доверяю. Так, ну, треба ще враховувати, можливо, і вашу статуру, так, скільки можуть важити ваші кістки, наприклад, так, бо є люди з різними вагами. Должна быть, да, обязательно рост, обязательно конституция тела, какой тип, затем возраст, затем интенсивность физических нагрузок, все это имеет значение. Так, ну і кажуть, що з віком насправді людина може, наприклад, мати більше зморшок, так, але ті 2 кілограми, які вона додасть до своєї ваги, яка була в 25 років, наприклад, вони трошки можуть скруглити. І насправді шкіра може бути в тонусі кращому, так? Ну, да. Чим може це бути, так? Действительно, если, получается, говорить о тонусе мышц лица и овале лица, то действительно, когда женщина теряет килограммы, лишние они или некомфортные для нее, это сразу же видно на ее лице. Почему? Потому что подкожно-жировой слой присутствует везде, и включая лицо в том числе, и эти подушечки подкожно-жирового слоя, когда мы теряем, овал меняет свою конфигурацию и, как в народе говорят, обвисает, да, теряется, птоз происходит тканей, и, соответственно, это как побочный эффект снижения веса. Да. Чтобы этому предотвратить, нужно не увлекаться снижением веса очень экстремально, то есть это должна быть... Вообще ВОЗ рекомендует снижение веса очень плавное, которое большинству людей не нравится. То есть они говорят, что если у человека есть избыточный вес и ожирение, то есть некомфортный, когда человеку, например, он в нормальном весе, но некомфортном. Угу. Это 70% обращаемых ко мне пациентов. То есть у них нормальный вес, но он их не устраивает по каким-то понятиям, да, то есть по их индивидуальным, да, характеристикам. Угу. То об этом мы не говорим, мы говорим о избыточном весе и о ожирении как диагнозе. То вот ВОЗ говорит, что скорость снижения веса для этой категории пациентов самая оптимальная 5–10% за 6 месяцев. Угу. То есть это очень медленно, да. То есть если взять, в принципе, 100-килограммового человека, то 5% от 100 – это 5 килограмм за полгода. Он не помітить их, так? Это, да, это считается самая физиологическая потеря, которая не отразится ни на вашем лице, ни на вашем тілі, ні на вашому здоров'ї. Так, ну це насправді дуже добре, коли людина може поступово все це втратити, і якщо вона не помічає, то значить їй комфортно. І так, можливо, там за декілька років вона зможе прийти до тої ваги, яка їй взагалі потрібна. А самое интересное, что вот эти вот 5–10% за 6 месяцев, которые не устраивают большинство населения. Почему? Потому что мы хотим очень быстро результат и малыми усилиями. уровне, да, то есть вот эти 5-10% за 6 месяцев формируют у человека. Самое главное – это правильное пищевое поведение, которое и дает дальнейшее сохранение достигнутой цифры. Потому что мы набираем вес от неправильного пищевого поведения. И это в основе должно быть и лечение ожирения, и избыточного веса. Тепер треба нам точно для себе знати вже, що нам не можна їсти. Не варто ні в якому випадку. Ну, всі знають чіпси, там солодка вода, так? І всі знають про те, що бажано би дотримуватись дієт, правильних їсти більше фруктів, овочів, так? Але ж є люди, які дотримуються, а є люди, які хочуть, ну ніяк не можуть. От порадьте, як зробити так, щоб всім було добре? Ну, во-первых, опять же повторюсь, что я не люблю ограничительные планы питания и диеты. Я люблю, когда человек... Я за гурманство, не за обжорство, прямо скажем. То есть лучше съесть качественной еды, вкусной еды, дающей наслаждение, малое количество, чем объедаться каким-то непонятным количеством... Ну, наприклад, людині не подобається. От вона не хоче їсти, ну, наприклад, там, не знаю, пластівці. От не хоче вона їх їсти, ніколи не їла, але лікар сказав, і чи буде користь? Нет, конечно, однозначно. Мы должны кушать только то, что мы хотим, и то, что дает нам удовольствие, это точно. Еда, которую однозначно нужно исключить из своего рациона, и это говорю не только я, а Всемирная организация здравоохранения, это переработанная еда, которая содержит в себе трансжиры. То есть это еды, ну, по-правильному считается, не больше 1% в рационе должно, а вообще свести к минимуму. Вот то, что содержит трансжир. То есть это, в принципе, любой продукт пищевой промышленности. То есть мы не знаем, что... из чего это состоит, а по большому счету, в принципе, любой продукт, который готовый, мы должны как подозревать, что там трансжир. Угу. Ну, тобто напівфабрикати сюди входять, так, вже готові якісь виготовлені, так, ну, продукти, які ми можемо побачити. Сюди входять колбасні, вот эти изделия, колбаса, сосиски, вся мясная продукция, которая кем-то сделана, вот номер один, потом вся кондитерские изделия, которые, ну, во-первых, надо читать, конечно же, этикетку. Если в составе указан гидронизированный жир, этот продукт не стоит употреблять. Почему? Потому что жир, который гидронизированный, это жир, который подвергся переработке и с добавлением иона водорода. Он просто удобен для промышленности пищевой, то есть он увеличивает сроки хранения, он увеличивает... продажи, грубо говоря, да, то есть увеличивает прибыль производителю. А у человека гидронизированный жир номер один из жиров, который приводит к формированию многих болезней, которые вот сейчас на слуху. До речі, багато зараз дієтологів рекомендують відмовитись від цукру і солі. Як ви до цього ставитесь? Я тоже советую избавиться от сахара. Почему? Потому что сахар, и я говорю, что сахар, он на уровне наркотика. То есть он стимулирует нашу дофаминовую систему, то есть вызывает привыкание. И очень доступен, очень легко мы его можем найти. То есть это не кокаин, который нужно еще поискать. Это то, что вот вышел в любом супермаркете, купил и получил. То есть он вызывает пристрастие, то есть... Когда ты начинаешь употреблять сахар, наша система дофаминовая к этому привыкает и хочет еще. То есть, когда вызывает продукт какое-то пристрастие, проблема начинается в дозе. То есть, одно количество сахара сначала тебя радует, потом тебе нужно больше, еще на 1 чайную ложку, еще больше, еще больше. И в любом случае, любой продукт, который вызывает зависимость, вызывает передозировку. То есть сахар вызывает передозировку, сахарный диабет, кокаин вызывает смерть, да, от сердечно-сосудистых ось так. патологий. Тобто, а не можуть викликати, наприклад, солодкі фрукти такої ж реакції? Там, не знаю, ні. Бананів багато, якщо людина буде їсти, чи меду багато? Ну, вот, опять же, много, нельзя есть ничего. Нужно сбалансировать, нельзя есть ни много бананов, ни мало бананов, их нужно есть ровно сколько, сколько их можно есть. Бананы содержат углеводы, соответственно, наш рацион состоит на 50% из углеводов. Если мы вписываемся в эти 50%, мы понимаем, сколько мы можем съесть бананов. Вот. То, что касается по натрию, натрий не вызывает зависимости. Это формула соли поваренной натрий-хлор, то есть ион натрия, ион хлора. То есть натрия больше, хлора меньше. И при попадании в организм натрий идет на водно-электролитический баланс, а хлор идет на формирование хлорной кислоты, которая соляная кислота, которая находится в желудке и переваривает пищу. Угу. Соответственно, чем больше мы получаем натрия, тоже есть цифры по норме, сколько мы должны получать натрия, тем больше у нас астматическое давление в кровеносном русле, создаются все предпосылки для того, чтобы повысить артериальное давление и изменить водно-электролитный баланс в нашем организме, то есть нарушить наше постоянство внутренней среды. Ось так, насправді потрібно розуміти, що харчування повинно бути збалансованим. Якщо можна, то коротко, дуже коротко, бо вже майже завершуємо нашу програму. Рекомендації, на що треба звернути увагу і що краще їсти? Я говорю, что тарелка должна состоять на 1/2 из овощей и фруктов, 1/4 из крахмалистых углеводов и на 1/4 из белков. То есть к этой тарелке добавляется порция жиров полезных, полиненасыщенных и чуть-чуть насыщенных, это животных, это сливочное масло, и мононенасыщенных, это оливковое масло, разные виды растительных масел. И порция молочнокислых продуктов тоже должна быть при условии переносимости молочного сахара. То есть вот этот вот упрощенный вид правильного питания в виде тарелки, он очень хорошо систематизирует и дает понимание, что человек должен съесть за день і в якому кількості. Дуже вам дякую, пані Аліна. Насправді цікаво все це, потрібно, корисна інформація. Нам потрібно просто дотримуватись. І тоді ми будемо здоровими, будемо виглядати, як ви. Так? Дуже дякую, що прийшли до нашої студії. Ну що ж, ми з вами зустрінемось вже завтра о 13:30. До побачення.